Кстати, пришел вот этот мальчик, который работает у меня иногда. Сейчас я дам ему работу, потому что он уже бедный и так 2-3 раза приходил. У меня времени не было на него. В общем, надо ему сейчас дам ему работу. Етульсико тумдехна. Усме тораса макхитай пиория. Вайт вайт. Сафет сафет. Дехле на Экбар? А, ту и сме далде, на то ти но иксад дале га то ни хара бога, фул. А, апнавала би далде то раса? То матлоб харап, куч нуксан то ни ога, то апнавала би далде фир, чике далде. Китна лега апне давай ога? Пекет. Ха, ек пекет ки исап си китна лега, диха? Ек пекет 20 рупи. 20 рупи, качике далде, далде. Апнавала би далде, ор мера доно би далде, а? А? Дехло китна лагега? Ага, то вой то борю, ту дал на шуру каруна. Фир пата чалега на китна кя хэ? Мэ би то кэсэ джанунги мэ китна лагега? Ну вот смотрите, вот это у него цветочки. Он сегодня приехал. Не, мэр ку есаб не чайе. Пэр поды не лага дунги. Мужа шова лабас чайе. Ну, в общем, Чело, ту камкар нашу рукару. В общем-то, я рассказываю, теперь вам перевожу. Я взяла удобрение. Название я ничего не знаю. Это я спрашиваю в магазине в одном. Он мне сам говорит. Я ему просто рассказываю, чтобы хорошо цвели и пахли, чтобы красивые были, пушистые у меня цветы. В общем, мальчик пришел, он говорит, я свое удобрение тоже добавлю, потому что в эту погоду у нас бывает много вот всяких мушек образовываются. И эти мушки, они жрут наши деревья. Ну вот я не знаю, сейчас я не вижу, конечно. А перед тем, как я уезжала, прям были тут такие мушки. И, в общем, я ему говорю, добавь тоже удобрение. Пока не вижу, слава богу. Потому что эти мушки, они очень противные. Они едят полностью растения. Ну и я вот, кстати, специально ждала этого мальчика. Я сама не делала, не рыхлила землю, не ложила удобрения. Потому что я хотела дать ему работу. Мальчик, кстати, он учится. Он ходит в школу, и он говорит, что у меня только в воскресенье есть как бы время. То есть сейчас я ему предложила, приходи завтра, говорю, я занята. Но он говорит, нет. А? Таб. Китна барачае? Просит у меня этот какой-нибудь тазик. Консавала? Ехали не я узко карлету. Узко хали карло туми. Я хапы лурак до узко аджа андар. Я вала том болю хали чей на я хапы лурак до узко. Митти я хапы лурак до. Вот самое где, кучор дэ дидже на нэй то. Усме нэй ога. Дэх ли, исме хо жаега, кя? Не? Не, то фарте фарте эсэ далте дэ. Хаа, то фарке дал дэ на. Еле, кэнчи ле. Кэнчи се хол дэ, тора тора далте рэ на, житна треку чайе. रुको मैं वहां पे जाके घर देख ले तो तू उसको खोल दे जब तक केंचे से मेरे पास कोई छोटा सा ताब होगा देख लो जितना जरूरी है ना उतना ही करना सुनना पहले डाल देना फिर गरा देना पहले तब तो अंदर जाएगा तो वही तो बोल ऊपर से पहले डालेगा और फिर गराओगे ना तो वो अंदर जाएगा ना फिर ऐसे करेंगे तो अंदर तक जाएगा मैं रुको ना मैं देखती हूँ तू कैसे करेगा Ле, бальтиле. Вот такое маленькое ведерко. То тут до бара фир карега, только фир до бара карна парега, фир, гора, на. Вот то фир упар се далега, то упар и рехе джаега, на. Аре, то вой то борю, фир мити ходна. А, дал ке фир пехле каре. Я ему говорю, ты неправильно это сделаешь удобрение. Ты мне удобрение же будет наверху. Ты мне сначала добавь, а потом взрыхли землю. И удобрение, как бы оно перевернется вверх ногами, да, пойдет как бы к корням. Дехле вот надал на дитна зарурие. Да, я вам тут, кстати, вот рассказываю. А чеса и дал на баснуксан не на чеена? А, дехло. В общем, я даю ему возможность у меня поработать. Я купила вот эти удобрения, но сама я их не добавляла. Вовали, джо вайтвали. Вайтвали далдена. Орт вайтвали богот джада не дална. Кюки е богот, богот стронг е. Джитна, бас. Бад ме ор дехлинге. Кенче ваги пей раху.
Я говорю, по чуть-чуть пока добавляй, сколько будет нужно, столько и сделаем. Ну, в общем, он говорит, что вот один пакетик, вот то, что он добавляет, это его собственное удобрение. Тиревала кхад я конца, кя боль ты узко? Тайфан джербера кхад. मेरे ख्याल से मेरे पास वैसे वाला है ये कौन सा ये दूसरा है सुपर फास्ट है ये बहुत अच्छा अच्छा सुपर फास्ट ये वो वाला जो कीड़ा वाला कीड़ा और अभी मारेगा पौधा भी ग्रोथ करेगा Ну, он говорит, что это полезные все у него какие-то. Он двух видов мне добавляет. А, тики, милали. Он говорит, что это очень полезные какие-то, чтобы и для роста были растений, и что, чтобы не было никаких жучков, паучков, в общем, чтобы не было всяких червячков. Ту ебата е... У сколько аура? Ты рекуй ведь корит. Иди. А? Дехо подта кюгирра сухая. А, да, гирта, лекин это на торе на гирта. Я вала дехло, я то был кули подтани я усме. Уайга на я. А, аджайга. Я дехи, я хата хара хена. А. Уайга кэти. А. Чик я дехти у. Пани то икдам кам далти у ме. А, пани жада мат дали. Не, билкул, хафта ме екбар, во би тора са екдам. А. Я вале то чик я дону, я вала патани кя уге уско. Ну, я говорю то, что мои суккуленты, почему они отпадают. Нет, евали от чего дано, еду но то раз, это не кяура, я узко. Я говорю, суккуленты что-то у меня балуются, почему-то у них отпадают листья, но он говорит, воды мало добавляй воды, я вообще почти их не поливаю, раз в неделю практически воды вообще. Далде. Туна, джитна, мира, фулки, лия, кафе, гена, утнай, дална. ज्यादा भी नहीं होना चाहिए नुकसान ना करे ज्यादा खाद भी नुकसान करेगा ना ज्यादा नहीं है इतना कम है ना इस हां ठीक है देख я говорю ты столько добавляй сколько нужно не жадничай потому что сильно много удобрений они тоже вредят корням потом поэтому добавляй столько обег вармилали фирдехлете наор агар зарурат парега ор миладенге на А, так что я рассказывала про мальчика. Мальчик учится, у него воскресенье и в субботу только у него есть. Даже, наверное, Бас Сандейку, Сетерейку джата. Ну, в субботу он ходит, он говорит, в школу. Только у него одно воскресенье есть, чтобы он что-то мог сделать. Саб медалде фир митти гарана, на? Саб медалду. Аби гэта не лагта не, аби барис би не хо ра. Бохот джада не дал ра, ту? Бохот джада не дал ра. जाएगा तो बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है एकदम ज्यादा नहीं देख लो नुकसान नहीं होना चाहिए मेरा अगर मेरे अगर पौधों को नुकसान हो गया देख ले फिर मैं दोबारा नहीं कराऊंगी तेरे से कुछ भी हां तो वही मैं देखूंगी ना तेरा काम я ему говорю ты добавляй столько сколько нужно не жадничай потому что из-за того чтобы продать мне эти удобрения ты мне насыпешь столько что у меня все корни там пожжет и я ему сказала если у меня погибнут цветы тогда я перестану просто у тебя нанимать потому что это мне не нужно чтобы мои цветы короче погибли мои цветочки для меня конечно же они самые любимые самые важные поэтому он должен ответственно относиться к своей работе если он будет жадничать чисто для того чтобы продать а тике узко черты джага хе ваха педал на баре подами то сунна исме то раджата дал на чае кя исме अरे वहाँ पे वो पौधा छोटा सा है ये वाला पौधा बड़ा है तो बड़े फूलों में तो ज्यादा ही लगेगा ना और जो छोटे छोटे पौधे हैं उसमें काम डालो я говорю которые большие цветы деревья которые огромные им же то больше нужно удобрений туда больше добавляй а те которые малюсенькие совсем как вот эти в них поменьше добавляй जो छोटे में उसमें थोड़ा काम डालो ना जो बड़े में थोड़ा ज्यादा डाल दो तो ये तो तेरे को खुद को समझना चाहिए क्या Я говорю, ты сам должен понимать эти вещи, я же не должна тебе об этом. Ага, тут здесь и ебаре, здесь я их дам. Я
अच्छा चलो ठीक है, अपने हिसाब से तो कर मैं देखूंगी आज फिर रिजल्ट क्या। मेरे को रिजल्ट से मतलब है ना, रिजल्ट देखूंगी मैं कितना अच्छा करेगा तू काम। Но я говорю, мне результат нужен, поэтому ты делай работу хорошо, иначе я в следующий раз тебя уже не буду тогда нанимать. У меня до сих пор лежат роти, до сих пор нету сегодня коров. Кстати, сегодня такой силы ветер, просто какой-то ураганной силы. Может быть, из-за этого коровы нету. Но я ни одной коровы не вижу вообще. Я не могу сегодня даже роти отдать. Ну, я, конечно, стою над ним, как коршун над кровью, потому что если их не досмотреть, если, ну, в общем, если не проследить, они могут исхитрить, могут и работу некачественно делать, поэтому я хочу, чтобы он хорошо мне сделал, все-таки я плачу деньги. Евала бисабдехлинана, упарвалеби, я говорю, верхние тоже мне. Е утарки карная на саре, оригдамарамсы карна. Я говорю, эти придется все снимать. Верхние все поснимаем и тоже их все сделаем. Здесь тоже немножко что-то они приболели. Не знаю из-за чего. Может быть, воды много, может быть, еще что-то. Евала камдалу, джадам отдалуску. А, икдам камдал на евала. Кюки евала богот стронге. А сардар то геликин усе больте на руд биджал. Ага, вот это борюсы, вот же лаби дета, на. Это подтока, суха подтока бана хуа, на, если его нуксан не карега. Во вала то куч ори хе, на, если уско кам дало. Он нуксан кар сакта, на. Но я говорю, что ты поменьше его добавляй, который вот белый, он такой химический какой-то удобрение. Поэтому я не хочу, чтобы он много его добавлял. От него могут корни просто мои пожечься моих цветов. Ну вот здесь он тоже мне говорит обредить все, типа уредить. Я говорю, нет, сейчас я ничего урезать не буду, прорежать, потому что сейчас как раз наоборот, мои цветочки только расцвели. Поэтому сейчас вот этот вот наладился с тех пор, как я его сюда пересадила в такой плоский горшок и поставила его сюда больше на солнце. То есть ему, видно, не хватало солнца. Поэтому сейчас я не хочу пока его отсюда убирать. Ну вот он по второму кругу мне уже тут намешивает. Те удобрения уже закончились. Вот я сегодня реально, я вообще ничего не успеваю делать, потому что у меня сегодня с утра кто-то постоянно приходит, один за одним, в дверь кто-то стучится, в дверь кто-то ломится, то один, то другой, и, короче, все по одному приезжают, что-то от меня хотят, я сегодня вообще ничего не сделала, вообще от слова вообще. Сейчас вот с этим мальчиком мне еще минимум час тоже займет с ним еще тут заниматься, смотреть, в общем... дурдом. А я ж не могу его бросить, потому что мальчик у нас такой, что если его брось, он наделает мне тут дело. Он меня один раз так тут корни взрыхлил, что половину корней вообще повырывал просто. Поэтому за ним нужен, в общем, глаз да глаз, иначе он мне тут сделает. Госакта мере кой дехки тереку вилагая у лук кяпата. Мере пас камки я то. Лог एक दूसरे को देख के भी तो कराते हैं ना। पूछा ना कि आंटी ये करना है क्या? अच्छा। उन लोग के पास भी माली नहीं है ना मेरे जैसे, उन लोग भी खुद कर रहे हैं। Я говорю, мои соседи тоже увидели, наверное, что он у меня работает и тоже его наняли. В общем, вот эти вот христиане, которые индийские, тоже его наняли, и он у них там работал, в общем-то, понравилось им, и говорят тоже. Но я ему говорю, делай хорошо, потому что я уже 4 года живу в этом доме, и я делаю все сама. И ты должен делать лучше, чем я. Тогда я буду нанимать тебя, да, каждый раз, чтобы ты работала. Если ты будешь делать хуже, чем я, тогда смысл мне тебя нанимать. В общем, он говорит, да, у тебя, в общем-то, действительно очень хорошие цветы, ты очень хорошо ухаживаешь, такое ощущение, что у тебя здесь есть садовник. Я говорю, ну нет у меня садовника, ты ж видишь, все прекрасно, что я и удобрения сама покупаю, и рыхлю землю, и пересаживаю, и сажу все, поэтому, в общем, старайся. Ну, старается, он говорит, сейчас я, говорит, тебе хорошо сделаю, будешь меня каждый раз звать. Я говорю, ну, посмотрим. Аби уско тумат беч? Уско барнедо?
तुरंत भेजेगा तो कुछ नहीं कमाएगा, पता है उसको, थोड़ा सा भरने दो, ये भी निकल जाएगा क्या? Вот лату вахасы, дехте узку виникалки. В общем, я тут мальчику даю еще заработать от меня. А, Вова лаликара. Я ему вытянула Зизи Плент. Вот этот вот, видите? Я даю ему бесплатно, говорю, будешь зарабатывать. Он очень хорошо распространяется, размножается. В общем, еще заработает. В общем, попробуем сейчас его. Дех, чарпач хогия на тера, а буско тум аби мат беч. तुम उसको भरने दो, दो महीना में तेरा इतना बढ़िया हो जाएगा, तू बेचता ही रहेगा उसको, अच्छे कमाएगा उसमें, और बाद में तेरे को और दे दूंगी. Я ему говорю, ты у меня возьми вот этот Зизи Плент, только ты его сразу не продавай. Я ему так хорошо их вытянула, аккуратненько, но эти, конечно, поломались, двое, трое есть. Я говорю, ты дай ему вырасти, вот эти уже детей дают. Потом оно будет так расти, то гораде фирмит тичало. Гораде сабме? Ой, дых, вага пее. Ну и, в общем, потом будешь продавать и зарабатывать деньги. У нас Зизи Плент один стоит 200 рупий. Ну это так, по-дешевому. А мальчик вообще говорит, и по 400 люди продают, такие вот, как он. Поэтому, в общем, даю ему возможность заработать. Я ему говорю, я тебе еще вытяну потом. Потому что вот этот Зизи Плент, он у меня так хорошо размножается, я его не успеваю пересаживать. То есть этот вот, вот я уже вижу, этот реально у меня уже переросток, надо его разряжать. Потом, где у меня, ну этот еще терпит. Отче се карна, гарбари мат карна. Руд се тура са дури карна. А? А, вой то борю, джар се тура са дури карна, не то харабо джайнге фир. Я говорю, ты аккуратно делай, корни не портни. Ну, а здесь, да, вот, то, что я рассказывала, этот тоже, представьте. Я оставила буквально вот по одному листочку. Представляете, как быстро он растет, и какие толстые, такие они сильные, вот эти его корни. Ну, в общем, я не успеваю их пересаживать. Я говорю ему, если что, я тебе аккуратненько дам, будешь потом продавать и будешь потом зарабатывать. Потому что это, в принципе, из дорогих цветов, это тоже как бы суккуленты считаются. Будет потом зарабатывать. У меня то они растут, как бурьян, если честно. Арамсы-каро, на рудку. ज्यादा वाली बात नहीं, वैसे वाली लाना जो फायदा है ना, ज्यादा भी डालना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर पौधा भी खराब हो जाता ना. Ну, он говорит, я принесу тебе еще. В общем, все, мы все сделали. Я ему рассказала, что я тоже сама деревенская, умею все делать. Он так удивляется, говорит, ты что, реально это все сама делаешь? Здесь женщины этим не занимаются, вообще они вообще не умеют заниматься на земле и садить цветы, и рассаживать все. Он так удивляется, говорит, ты что, это все сама размножаешь цветы из своих собственных цветов? Я говорю, да, прикинь, говорю, я из деревни, я знаю овощи и фрукты, я знаю, как все растет, так что ты не удивляйся. Ну, в общем, конечно, мы намусорили, сейчас он мне это все подметет, возьмет с меня денежку. Я, кстати, не знаю, сколько он возьмет с меня денег, я не буду с ним торговаться, сколько возьмет, столько возьмет. А, из мерахле, орке нам ботл лели, апна, леки джауску. Джага пи кам карега, тора сабар ле пани фир. Китна лега пэса? Далам 45. А, 45 क्या होता, 45? 350? क्या 45 बोल रहे हैं? 45 पैकेट. तो कितना लगेगा उसमें? अभी जोड़िए 20. एक पैकेट 20 की हिसाब से लिया, 20 रुपये एक पैकेट, और लगाया कितना? 45 लगा. तो कब आएगा फिर नेक्स्ट टाइम? संडे को आके देखूंगा. हाँ, संडे को दवाई भी लेकर आना ना. क्या? चल दवाई भी लेकर आना, और जब तक मैं देखूंगी मेरे पेड़ पौधे कैसे रहेंगे. В общем, заплатила я ему сколько он сказал. Конечно, он меня ободрал как липку, я вам честно говорю, потому что те пакетики, которые он насыпал мне, 20 рупий один пакетик, он сказал, 45 пакетиков было. Я посчитала, это было 900 рупий, и плюс раньше он мне говорил 150 рупий возьмет за работу, теперь говорит уже 200. То есть он уже почувствовал, что эта тетя очень с добрым сердцем, можно ее, короче, обувать как хочешь. Ну, в принципе, хорошо, я
Хорошо, я согласилась, потому что мне его жалко. Ну и плюс, конечно, я ему дала бесплатно еще Zizi Plan. То есть на этом он тоже заработает. Я ему объяснила, говорю, ты его сразу не продавай. Ты его посади, пусть он размножается. После этого тебе же будет польза. Ну я ему, конечно, еще потом дам. Мне в принципе, не жалко. Пусть зарабатывает этот мальчик. Ну, в общем-то, денежку я дала ему столько, сколько он сказал. Я с ним не торговалась. Камеру мне, конечно, пришлось выключить, потому что мне надо было посчитать, всю сумму сложить. Ну, в общем, ушел мальчик, все. В принципе, на сегодня у меня здесь, на улице, работа закончена. Теперь сейчас пойду вниз, говорю, внутрь, пойду разгребать свои продукты. В общем, все ложить на место.